болельщиков, организованный футбольным клубом «Гомель». Турнир болельщиков 2017, третий ежегодный турнир. 32 команды заявилось, будут они играть 2 дня по олимпийской системе сразу на выбывание. Но отказали мы 6-7 команд у нас было в резерве еще. То есть не все желающие еще приняли участие в этом турнире. Всем призерам достанется по кубку и диплому каждому игроку, который был в заявке. Также команде победителя получится мяч с автографами нашего футбольного клуба «Гомель». Также мы наградим лучшего бомбардира и лучшего вратаря команды. И здесь уже атрибутика клуба. Участвуем в многих любительских турнирах, с удовольствием откликнулись на приглашение, всегда рады поучаствовать, побольше бы турниров проводилось. Основная цель — это, конечно, участие в турнирах, игра, то есть здоровый образ жизни, но в каждом турнире ставится задача стремиться побеждать, как в любительском спорте, так и в профессиональном. Существует в Гомеле такая уличная лига футбола, и большинство команд, и большинство участников в этой же лиге участвуют. Вот, поэтому со всеми пересекаемся. То есть, более ребята, которым постарше 18, почти всех здесь знаем, а вот помоложе уже состав, конечно, интересно будет с ними сразиться, посмотреть на уровень подрастающего поколения. Мы участвуем впервые в этом турнире. Что хочу сказать, очень эмоциональный турнир, очень много команд, представителей, разнообразный турнир в плане от 16 лет, видимо, до 30. Вот мы своим примером, мне лично 28 лет, выступаем, хотим, чтобы подрастающее поколение тоже постоянно выступало. Конечно, хочется поблагодарить спонсоров, организаторов этого турнира, что абсолютно, как мой капитан сказал, бесплатный турнир, все, кто желает, могут заявиться, поучаствовать, набраться какого-то опыта, знакомства опять же. Очень тяжелые, мы думаем, мы играли с самой сильной командой на этом турнире, потому что как бы на самом городе они выступают и всегда в призах. Мы как бы считали их лидерами, считаем достойно очень. Отыграли, много сил потратили. Желаем удачи им и всем соперникам, конечно. Занимались, и все. Семья, дети, и сейчас вот решили возобновить, так скажем. Хотя бы полуфинал, хотя бы. Потому что, у нас команда такая, сборная солянка. Не знаем, как у нас тут пойдет все. Наверное, 24. Так вот. Самый молодой у нас 17, самый старый 32.